Извините, я сейчас узнал, что моя настоящая мать Эльзи Мастрёма. Кто это был? Ему написал некто по имени Рингхольм о том, что моя мать была и его матерью. Почему она не рассказала мне? Как можно бросить своего ребенка и ни разу не упомянуть о нем? Это Ханс Олафсон, он сбежал из Гринни. И что произошло? Тебе это не нужно знать. А, по-моему, нужно. Стой, стреляю. Вы знакомы с неким Хансом Олафсоном? Он служил там охранником. Какой сегодня день? Четверг. Тайны прошлого несут смерть в будущее. Ни одна живая душа не узнает. Дайте мне пистолет. Убийство у моря 17 марта на Первом городском.